Всем привет! Ко Дню науки вышел свежий номер газеты «Технополис». Сегодня мы посмотрим, какими достижениями может похвастаться научное сообщество ЮРГУ. Открывает номер спортивная новость. Студенты, сотрудники и преподаватели ЮРГУ приняли участие во всероссийской массовой гонке «Лыжня России-2015». В центре внимания материалы, посвященные инновациям, перспективам для выпускников, аспирантов, докторантов, преподавателей и ученых ЮРГУ. О том, что суперкомпьютер может все, расскажет руководитель лаборатории суперкомпьютерного моделирования ЮРГУ Павел Костенецкий. Об уникальной возможности освоить английский язык бесплатно в материале Марии Ильиной. Чем сегодня живут студенты и преподаватели МИАСКО филиала ЮРГУ, читайте на странице 2. Институт международного образования празднует первый юбилей. О достижениях, структуре работы института и планах на будущее читайте на 9 странице. А также в номере «Многопрофильная инженерная олимпиада для школьников. Будущее России». Студент ЮРГУ, руководитель ШМЛ Леня Иванов поделился секретами своей неиссякаемой энергии и планами на будущее. В ЮРГУ стартовал прием заявок на мультимедийный конкурс «Судьба моей семьи в судьбе страны». Подробности на странице 11. Только самое важное и интересное в газете «Технополис». Хотите узнать больше? Читайте вместе с нами!